Hey, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Лариску проходить. А где противники? Том Райдер тот что? Короче, ну вы поняли, да? Нашу говняшеньку. Неинтересную вообще никак ни разу. Ну да ладно. Пошли мы на крышу. Или куда это, я хер его знает. Да, на крышу, скорее всего. Тут, короче, две ламы какие-то. Или что это за херня? Да лайки. А где у вас тут выключить огонь? Или как... Не понял. Или как обычно просто подбежать нужно? Ага. Кто-то ходит? Окей, ладно, давай. Я так понимаю, это огонь выключает? Ну да. А, чувак этот меня тут прикрывает. Чувак, подержи огонь. Подержи рычаг. Пойди рычаг подержи. Меня ёбнет. Чё ты стала? А может ты будешь бежать, дура? Ёб твою мать. Вот это она дура, она просто на бегу не умеет так прыгать тут. Этому вообще пофигу, ну ты смотри на это. Ну, это нормально сейчас? Он прошел, просто даже не зацепился ни за что, а я, блядь, бегу, не могу даже и пукнуть. Нормально. Так, а здесь какое-то это... Что за солнышко? Ну пролезь, вот смотри, можно пролезть. Дырка такая, что, я не знаю, жопа влезет. No. У меня есть, короче, этот. Один барабан, но нужен еще, кажется, один. Даже, подожди, стоп, нет, не один. Я один только вставил, или два я вставил, я уже не помню. Четыре вроде надо, то есть еще три, да? Хорошо, барабан эти гребаные, нахер это сдалось? Это вообще, ну это нормально, ну блин, почему у них привилегии, у меня нихера нету, как всегда. Почему меня обделяют? Что это? Ой, блядь, извини. Пацаны, помог! Так, пускай пока они там... Тихо-тихо, не лагай. Пускай пока они помочатся там. Опять чуваки ниоткуда взялись. Опять противники ниоткуда взялись. Просто из ниоткуда. Хотя я попал в этого чувака, но он на меня что-то не сагрился. Ага. Ну и хорошо. Потрошки. Одного завалили. Вот откуда они взялись здесь? Почему? Ага. Ну, блядь. Ай, каждую серию гребаную один и тот же вопрос задаю. Где, откуда и как и зачем? Никто не ответит на этот вопрос никогда в жизни. Так что придется, наверное. Так, хорошо, что рычаг делает? Ты что делаешь? Херак. Хорошо, ты надолго? Я сюда хочу просто полезть. Попробовать смотреть, что здесь. Ай. Так, хорошо. Опа, что это? Патроны? Кэмки? Ага. И все? Ой, все. Так, а тут чего? Тут можно случайно убиться. Я понял. А вот так? Тоже. Окей, значит нам тогда в дырку. В нижнюю. Так, тут закрыто, да? А что тут? Это я где? Чё там? Это... Подожди, это разбивается или нет? Да, стекло! Куда ты полетела? А что это за штуки? Чё это? Камни какие-то? Ага. Чё это? Ага. 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 Я так понимаю, на ту сторону надо, да? Или это тут... А нет, тут одна и та же. Дырка одна и та же. А что это за штука? Подожди. Драгоценный камень. А для какого хера он нужен? Чё там по патронам? Ну, тут нормально. Ладно, сэмки постреляем пока что. А, понятно. Бляха, как это, ну, сука, прикольно. Ну, я, ну, не мама. Так, хорошо, и что? Здесь ничего нет больше. Может, попробовать туда вставить вот эту штуку? Там, где я вот тут, может, вот тут? Потому что я две таких штуки видел. Типа, оно как, я не знаю, ну, я не пойму, что здесь вставить. Да, может быть, и камень, скорее всего. Да, подходит.
херак. Сиську вставил одну. Открыл дверь. Хорошо, еще где-то была такая дверь. Здрасте, ящик. Здрасте, нехеращик. Ладно, утащим, что делать. Как эти люди в этом храме живут? Если им, чтобы нужно, чтобы открыть вот этот вот проход, ему нужно нажать рычаг, спуститься вниз, разбить стекло, взять кристалл, вставить. Блять. Отодвинуть ящик, чтобы вот сюда попасть. Ну, вот это... О! Арабашка, здорово. Ага. Два, еще один нужен. Стоп. Подожди. Тут ничего больше? Хорошо, нет, все. Так, ну, я так понимаю, его не обязательно задвигать. Тут можно побегать. Просто пробежать. Хорошо, здесь есть. Так что надо искать. У меня есть вроде как... Подожди, а ключа у меня нет. Да, у меня есть одна сиська. Стоп, а сколько у меня барабанов-то? Он же на один. Четыре? Так, стоп, это последний, что ли? А чё четыре-то? Подожди, стоп. Четыре барабана. А как четыре-то? Я же вроде не четыре брал. Ну почему? Вот ты можешь вот тут пробежать? Вот, конечно же, ты не можешь тут пробежать, потому что ты какашка. Как жабка, блядь. Так, ладно. А, подожди, а куда сиську вторую вставить? Я не помню, где это место было там. Где-то было. Было и забыло. Ну, я могу пойти сейчас, в принципе, вставить эти барабаны. Ой, больно-то, ну, собака. Могу пойти вставить барабаны. А где их вставлять еще, только нужно вспомнить сейчас. Так, подожди, вот тут что? Где еще была такая кнопка? А ну что вот тут? Подожди, полезли наверх. Сейчас быстренько слазим. Я просто хочу посмотреть, что здесь, чтобы потом сюда не лезть. Я не помню. Ну, я так понимаю, основная цель у нас это барабаны. Это барабаны, потому что там очень много их нету. Они нам нужны. А, подожди, стоп, это куда я? А, это наверх. Так, стоп, мне сюда не надо, да? Тут я взял ключ. Подожди, а что вот тут я? А тут нам на Будду, правильно? Чтобы попасть на этого Будду. А, подожди, скорее всего... Подожди, скорее всего, не внизу там? Ладно, ну-ка, пошли, сейчас проверим. Там, в принципе, спуститься можно безопасно, так что... Так, а стоп, это же все правильно, да, я делаю? Я ж тут проплыву, я ж тогда проплывал. Конечно, блядь, проплыву сейчас. Эта дура прям сразу туда и летит. Блядь, какая же ты тупая. Почему тебе надо вот так это все делать? Чё ты не можешь нормально плыть, что ли, блин? Какая ты дурында-то. Ну, плыви уже. Сосалка. А-а-а! Насколько надо было это все тупо придумать, чтобы вот так делать? Ну да ладно. Так, подожди. А, тут у нас ничего же нет. А, так это то место, где я думал сюда выпрыгивать. А сюда нельзя допрыгнуть, потому что там все равно ничего нет. Кто там пытается... Я забыл. Кто там пытается что-то сделать? Так, ну здесь нам все видно и так. Не понял. Здесь двери появились. Разве здесь были двери? Ладно.
Бляха, это не к Будде. Или к Будде. Это куда вообще ход такой длинный? А я как я тогда на Будду попадал? Я же там как-то на руки ему попадал. Тут чуваки мертвые лежат. Так, ищем этот дырк. Не дырк, а вставлялку вот эту где-то. Подожди, а что тут? Куда вставить второй кристалл-то? Да ядрёна вошь. Сука, можно лазить. Она так это медленно делает, что пипец. Еще такие высокие эти сделали, лестницы. Подъёбы эти. Не понял? Ха-ха-ха! Серьезно? Бля... Я просто по кругу ебанул, ты понял? Сейчас я просто по кругу ебанул. Это просто выход назад получается. Ну, блин. Ладно, проверили, хотя бы знаем, как назад выбраться. Да подожди, стоп, а тут ничего не было? Нет. Да, просто так сбегал. Окей, ладно. Будем знать, что наверх там не надо. Ой, блин. Так, а как же я на Будду-то попадал? Ну, хотя, может, мне туда и не надо, я не помню. Просто где эта штука была, которая нужно вставить вот этот вот кристаллик. А как же я на Будду попадал тогда, подожди. Если не так, тогда как? Я же на руку как-то ему попадал. Я уже не помню. Вроде же отсюда попадал я туда. А от как еще? Вроде же больше никак. Да не трогай ты меня. Ну, вон проход. Так, ха. Подожди, а как я туда попадал-то? А там я не помню, что сверху. Можно пойти сейчас попробовать к Будде. Так я хотел просто туда как-то попасть к Будде, чтобы потом спуститься. Да пропусти ты, жирный, слышь, широкий. Я вон уже, смотри, что научился. Летать научился, блядь. Смотри, что научился. Вот это ты красавчик, чувак. Я уже летать научился. Подожди, как же к Будде-то попасть? Ну, отсюда, что только больше никак. Или не отсюда? Или тут поворот где-то налево есть? А чё ты бесшумно стала бегать? Ну нет, тут нихера. Тут вод... Нет, это... Сюда... Подожди, а как же я... Я не помню, что-то как я на Будду попадал этого. Ядрёна вошь. Чёрт. Ладно. Может, снизу где-то как-то? Опять бесшумно бегает. Чё ты бесшумно бегаешь, дура? Ну, кто-то звук выключил. Блять, добегался. Хорошо, будем знать, что там ничего нет. Побежали назад. Ну, блять! Надо было все так четко сделать, да? Вот так четко нажать прыжок и четко-четко попасть трехочковый, даже не зацепилась нигде ни за что. Тут вроде где-то дверь была, нет?
Так, хорошо. Значит, нам не сюда тогда, да? Так, а где барабаны-то эти были? Подожди, стоп. Не помню уже. Наверное, вон туда. Что, звуки лагают постоянно? А, так подожди, в смысле, это к Будде. К буддизму. А где были барабаны? Ладно, пошли к нему между ног посмотрим. Чё за звуки уже тут лагают у меня? Почему ничего не работает нормально? А вот тут что? А вот и барабаны, блин. Подожди, стоп, барабаны свои. Я хочу еще тут полазить. Там же вроде как ход был. Может, что-то тут есть? Я не помню, что тут есть. Что тут тебе надо сделать? Чтобы открыть вот это, что надо сделать? Тут есть рычаг какой-то, что-то вставить? Ничего нету, да? Хорошо. А вот тут тогда что? Бах. Тут стена. Так, бы найти бы эту штуку побыстрее бы, да и все. Так, ну вроде не сюда, да? Там вроде ничего не было. Тут что? Зих! Ух! Не трогайте меня! Так, вода, подожди, вода, вода, вода. Ну-ка, сохраню здесь. Подожди, там была секретка. Нахрена мне тогда... А, так воду мне тогда вроде не нужно. Ну да, мне нужно ее как-то отключить. Здесь ничего нет, в принципе. Просто мужики ходят и все. Тут закрыто. Ладно. Это пока не сюда. Да что с звуками-то случилось? То пропадают. Интересно, что барабаны делают. Если я барабаны все ставлю, они там дверь открывают или же что-то другое? А, не их пойду сюда нахер. Ну вас нахер. С такими ловушками. Давай еще сюда заглянем. Точно уже, чтобы... Чтобы уже поточнее. Опять звуки пропали. Добрый день. Ну да, тут куча народу тогда была. Подожди. Я оттуда пришел. Мне можно наверх, а потом было вниз. Тут куча народу, да, была. Меня там встречали. Подожди, там же ничего точно нету? Вроде ничего там нету. Вроде там ничего не было. А че я туда спускался-то? Или там ключ какой-то был, не помню. Пиу. Там можно наверх выкарабкаться. Тут есть рычаг, который открывает эту дверь. Полезли. Ладно, если не найду сейчас, то пойдем барабаны вставлять. Не знаю, где эта штука была еще. Я помню, где-то была еще пипка, куда вставлять этот кристалл долбанный. Только где она? Там выше нельзя больше? Не, стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, это все херня. Это пошли нахер отсюда. Это бесполезная херня. Там бы ни хера не было. Там мы просто лезли, 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 хрен знает сколько, а потом просто спустились вниз. И все. Все, пошли, короче, к барабанам. Нахер это все. Надо будет, найдем. Ух ты, бля.
Чё такое, он тебя обжёг, что ли? Обжоп. У нас же вроде 4, да, тут не хватало? Или тут больше, или тут 5? Да какой серов... Блять! Ну хер ли ты мне это показываешь? Мне это еще не нужно. Да, дверь откроет просто. Ну да, 4. Сука, 5. Еще один нужен. Ай, ядрешка. Матрешка. Еще один надо. Тут же все. Тут все. Вот один скотина. Ладно, пошли искать. Надо искать вот эту тычку, которую, короче, я так понимаю. Здорово. Видал, что умею. Так, ладно, будем бегать вот тут. По вот этим дыркам. И искать. Да их шондрышим бонтрошин. Еп, хорош уже с этими лестницами дурацкими. Че такие высокие вечно сделают по полчаса по них карабкаться? Задрали уже. Серьезно, они просто достали уже с этими лестницами. И так здесь бегать миллиард ли... А, вот, короче, к Будде. Пошли посмотрим, кстати, что у него там. Я не помню, что у него там. Там что-то было? То, что мы не можем открыть. Да стой! Блядь, ебучкая ты, сучкая! Я, блядь, я ей нажимаю, короче, я перед тем, как побежать, нажал R1, чтобы она шла пешком, сука. Она и мало того, что побежала, она не перешла в ходьбу, не перешла за это время, хотя должна уже, она 2 шага сделала. Должна была перейти в шаг, сука. Нет, она, блядь, выпучила глаза ебучие свои, блядь, и пиздует нахер вперед, блядь. Вот чё ты сейчас, блядь, пешочком пошла, блядь? Чё, я R1 нажал, что ли, ебать? Тупая козлина. Она не коза, она козлина, просто реальная. Ебучка, сучка. Ну, она меня достает постоянно. А, вот он в натуре. Сука, хорошо, что полез сюда. Вот эта херня. Сука, куда же этот серафим-то применить? И что ты сделаешь? На, понятно. Ну, логично, да. В принципе, было логично. Что он сделает? Так, а мне же спуститься это точно так же? Не, не точно так же. Мне можно спуститься вот здесь. Что-то я открыл под этим хреном. Сейчас будем смотреть, что там. Да давай уже. Так, сохранюсь, подожди, я сейчас надо посмотреть, что там. Там тигри? Так, пока ничего. Ну тут уж противников не будет. Так, это куда? Стоп. Давай я хильнусь, короче. Один разочек. Все равно не полностью. Хиде это я. Еще. Пивоварня, что ли? А, это я с той стороны зашел, вот. Там, где вода. И что это делаешь? Воду отключаешь. Не, нихера, он воду не отключает. Что-то открылось. Вот это что такое? Это не надо? Пивоварня какая-то. Ящик. А, я понял. Хера себе, у вас тут водопадик. Нужно... В смысле? И чё, не понял? А чё ты не тащишь-то? У тебя место здесь есть. Не понял, а как его подтащить-то?
Или с той стороны там есть проход? А, есть. Окей. Да беги уже. Сейчас воду перекроем, короче. И все. И будет теперь у нас там сухо. Нифига так-то вода быстро ушла, да? Целый бассейн ушел за миллисекунду. Ой, блядь. А, ну да, правильно, все. Нам же сюда. Теперь нам нужно в бассейн туда бежать. Сейчас вспомню, где теперь этот бассейн. Подожди, я выберусь отсюда? Я же не выберусь. Стоп! А как мне назад вернуться? Я там дверь открыл рычагом. А назад как теперь? Там же заперекрыто. Подожди, тут же ж перекрыто. И как я вернусь-то? А как вернуться-то? Эй? Вот так? А, точно. Спасибо. Ящик. Пошли сразу двигать ящик. Не знаю, конечно, куда. Но я думаю, в одну сторону какую-то. Оба-на! Здорово! Сучка. Я тебя ищу как раз. Все, последняя барабашка есть. И все, и у меня больше только Серафим один остался, и все, я уже использовал. Ключи все использовал, использовал вот эти треугольнички, или что там это, ромбики, фигумлики, бла-бла, что-то было. Нашел последний барабан. Сейчас идем вставляем. Подожди. Подожди. А вот этот проход. Я ж туда не залезу, да? Скорее всего, что не залезу. Ну, в смысле, она съедет. Что тут так шумно-то? Ну да, она съедет там очень сильно скос. Очень сильный скос. Да она еще и дура. Ну да. Ладно, проверил просто. А если тут статистику запалить? А, вот видишь, я один секрет не нашел. Еще желтенький. Желтенький не нашел, который должен быть с патронами и со всем остальным. Так, хорошо, барабаны, барабаны. Это мне к Будде надо. А Будде у нас где? А Будде у нас тут. Таран-таран-тай. Или где? Ну да, я прям к нему и бегу. Все. Гребаные барабаны. Только не говорите, что я сейчас их должен еще крутить. Ну там уже противников явно не должно быть. Потому что я еле сюда попал. Че? А вот и Серафимка. И что ты делаешь?
Всего-то навсего. Дверь открывает. Я думал, хотя бы вот эту здоровую эту херню открою. Так, все, это конец уровня. Ну, я секрет не нашел, я не знаю, где он находится. Это, наверное, конец уровня, скорее всего, да. Ну и мать его так, этот секрет. Ладно. Так-то и так. Сосульки? Обаять. Я забыл сохраниться. Это на загрузку не влияет, окей. Так, сохранился. Я могу-то, в принципе, вот так сделать, но... Хер его знает, правильно это или нет. Пускай себе висят. Может, кого-то прибьют еще, кроме меня. Подожди, у нас тут пекали. Короче, ладно, давайте на этом, наверное, закончим. Как раз время такое нормальное, в принципе. Уровень как раз закончили. Вот здесь и начнем следующий уровень с вот этого места. Ага, вот так. Хорошо. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Ларки Крофт, Том Райдер. Все, всем пока.